который будет важным действующим лицом, вот эта пятая симфония, потому что дальнейшие события мы будем проживать с ним. Иногда я буду при нем врываться. И что-то мы можем будем, что-то будет происходить обязательно, да? Мы будем как-то действовать, я буду вам помогать. Я буду вам помогать, но будем стараться делать это тихо, потому что это, ситуация, где-то прерываться. Значит, раз у нас большой перерыв, уже как-то произошел, мы будем двигаться вперед. Я думаю, что так будет лучше, так в наших интересах, да? Так, значит, мы занимаемся травматичной ситуацией, иногда в жизни происходит. Да? Такие вещи. Папа, пока живы, хорошо себя чувствуешь? Да. Да? Может, еще раз мяться? Я учила. Сколько стоять сразу настроить своего или... Ладно, да. Так, сейчас вот слушаем. И, значит, на меня попрошу не валить. Я сейчас буду совершать действия совершенно не от своего. Хорошо? Я даже не думаю, вообще не вижу. Да, громко, наверное. Да. То есть здесь вообще здесь погромче. Немножко погромче, а так это требует погромче, по-моему.